quel ro. У тебя машина поехала. Вообще, объехав меня, я тебе еще раз говорю, ты ебанутая, у меня мусоросвей. Уйди от меня! Уйди от меня! У меня двое детей, ты что делаешь? Отвали от меня! Отвали от меня! Иди дальше, езжай, ты что надо? Ну я вот ему такая говорю, ну и что дальше-то делать будем, проблемы-то как решать? Он, прикинь, развернулся и вообще свалил, как будто меня вообще не слышит, прикинь. Ну я постояла такая, человек, вообще оборзел. Молодец, назад сдаешь просто вообще, как красавица. Ну тебя я тоже. В смысле? Могу увидеть. Как ты меня увидишь, я сзади тебя стою? Чего ты встал здесь сзади меня? Ну а где там место есть, там место есть. Как я тебя в боковые зеркала видеть должна? Давай вызывать. Давай вызывай. Но ты в любом случае мне в жопу въехал. Я тебе в жопу въехал? У меня видеорегистратор на голове. Все, ему...
протоколе отстранения за копию расписываться будете? Рука бугласа бы на разбила. Знаете, расписываться сейчас... будете? Понял, о чем я говорю. Девушка. Вы мне говорите. А Марин. Когда рука освободится, Марин. Я своим пацанам позвоню. Марин. И оно будет Марин. Разбито. Расписываться будете в протоколе фамилию отстранения? Фамилию свою назови. Вы видите в копии, я вам дам. Фамилию свою назови, чудовище. Машину мою. Машину мою, я сказала. Ну сюда группу. Это стекло разбило, да? И стекло, и регистратор. Камерам. А ты если не будешь проходить? Да пошли. А я за рулем не ехала, я вызвала функцию трезвый водитель. Я же предлагаю, будете пошел. Проходить? Сейчас все плохо будет, да? Угу. Жаль. Тоже. Трехгорное. Пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Телефон рекламной службы Sport.fm 620-46-64. Код Москвы 495. До Евро-2016. Она, типа, я ее не пропустил, а она пропустила. А что я делаю? Ну, ты же написала здесь четвертую поставить. Ты поставила четвертую? Ну да. А тебе нужно поставить какую? Первую. Тебе нужно такую пост. Ты куда едешь вообще? А, вперед надо. Ты сейчас куда едешь? Назад. А почему ты четвертую поставила? Четвертая ставится после 60 километров движения. Ты же написала себе поставить четвертую. Вот ты ее поставила. Запускай двигатель. Блин, надо же от этого. Давай, от этого. Блин, не надо нервничать. Не надо. Так, теперь. Ну, четвертую. Блин, да я не пойму. Что? А, четвертая, вот, назад. Блин, да чё, вот она. Мы едем куда? Куда? Ну, это куда, туда, это как называется? Назад. Ну, какая нужна передача? Пятая. Книжа пятая, как ты догадалась? Пятая после ста включается. Это большая скорость при парковке, могу тебе точно сказать. Нет, да подожди. Жду. Ну, четвертую надо, вот. Вот так.
Четвертая у нас вот где. Это как, куда скорость у нас идет? Четвертая. Назад. Что назад? Четвертая скорость включается после 60 километров движения вперед. А нам нужно куда ехать? Назад. Ну так какая скорость включается? Я не пойму. Что ты не поймешь? Ну какую включать? Ну мы едем куда? Назад. Так какая должна быть скорость? Ну заднюю. Ну так включай заднюю. Я забыла. Что ты забыла? Ну вот. Что вот? Сюда. Ну посмотри, как она включается, нейтральная передача. Вот. Ну ты на развороте ее так включала? Да я по-разному. Ну. Заднюю включай. Заднюю включай передачу. Ну вот так. Ну посмотри, где она от нейтральной находится. Куда нужно сделать? Вниз. Сейчас? Вниз какая передача у нас от нейтральной? Четвертая. А нам какая нужна? Пятая. А, вот назад. Вот и вот. Да. Фу, сцепление точно. Нужно. Только сцепление нужно нажать. Так? Вот. И ручник сними, потому что ручник слегка ставит.